Всем привет, меня зовут Татьяна, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду тестировать новинку от L'Oréal. Это гамаш, очищающая маска от L'Oréal для комбинированной кожи. Вот такая вот масочка. Зеленая маска с тремя видами сахара и плюс косточки киви. Значит, это маска для очистки черных точек или угрей на лице. Эксфолиант, 100% природные компоненты. Три тонких вида кристаллов из трех сахаров. Коричневого, белокурого и белого сахара для интенсивного отшелушивания и мягкого действия. Косточки киви предназначены для очистки лица, чтобы разгладить текстуру кожи и заметно уменьшить угри на лице. Маска известна своим успокаивающим свойством, деликатно очищает кожу. Это текстура в виде геля, легкий деликатный аромат придает уникальности этой маске. Текстура нагревается и очищает пору глубоко. Результат виден сразу с первого применения. Кожа более чистая, а в течение 7 дней поры и черные точки становятся менее заметными и кожа становится более матовой. День за днем ваша кожа становится все мягче и мягче. Ваша кожа возрождается, кожа сияет красотой и становится похожа на кожу младенца. Вау! Итак, советы по применению. Используйте продукт 3 раза в неделю. Возьмите продукт сухими руками и нанесите на чистую поверхность кожи. Для более мягкого отшелушивания слегка смочить пальцы в воде, для того, чтобы сделать легкий массаж на лице. Когда сахар растает, промойте теплой водой. Также этот гамаш можно использовать на губах. Обходить зону вокруг глаз, не использовать продукт на потрескавших губах, не глотать, хранить в недоступном от детей месте. Ну вот и все, соответственно. И сейчас открою эту коробку, чтобы посмотреть на сам гамаш. Она вот такая вот, с действительно косточки киви. И здесь такая текстура, видно прям, что там мелкие кристаллики, видимо, это и есть эти три вида сахара. Вот так вот, соответственно, выглядит этот гамаш. Здесь 50 мл продукта. И его стоимость 8,90 евро. И также представлены еще 2 гамажа. Но для другого типа лица. Питающий гамаш для сухой и нормальной кожи. Гамаш Экла? Что это такое? Экла. Сияющий гамаш, если так можно перевести с французского. Придает сияние лицу, мягко очищает, кожа становится мягкой, как у младенца. То же самое. Все 3 гамажа в составе также 3 вида сахара, но предназначены для разных типов кожи. И надеюсь, что эти 50 мл как раз мне хватит на 7 дней, чтобы увидеть полный результат и увидеть кожу очищенную, без черных точек и мягкую, как у младенца. И давайте откроем, чтобы посмотреть, что там внутри. Вау! Запах какой! Киви! Киви! Вот такой красивый гамаш. Уже хочу нанести. Он действительно такой вот гель. Гель-гель. Так. У меня вымыта чистая кожа. Буду наносить искусственной кистью для тонального. Зачем? Нормально. Я думала, что маска будет очень зеленая. Я буду похожа на большой киви. Ну или на зеленую лягушку. А это ничего так. Цвет
прозрачный, не сильно зеленый. Это дает надежду на то, что он действительно натуральный. Очень приятный запах, такой тонкий аромат киви, экзотического киви. Ну и косточки от киви, которые прям украшают эту маску. С ними намного веселей. Ну, чувствую, как маска начинает потихоньку нагреваться на лице. Но это прям не такая баня на лице, это все лишь пошло легкое тепло по лицу. Тепло маски дает проникнуть глубоко в поры лица, чтобы сделать глубокое очищение лица. Ни в коем случае не наносите в зону под глазами. Хорошо обходить эту зону. Ну вот, пошло легкое тепло по лицу. Очень приятные ощущения. Закрываем обязательно маску. В инструкции написано, после того, как нанесли на лицо, обязательно закрыть маску. Чтобы отсюда не вылетали полезные вещества. Ну и в инструкции сказано, что можно сделать легкий массаж по лицу, чтобы гамаш хорошо проник в поры лица. У кого чувствительная кожа лица, как и у меня, не советую делать массаж по всему лицу, особенно на щеках, потому что потом щеки красные и раздраженная кожа. Я сделаю всего лишь массажные движения на Т-зоне. Под руками чувствуется этот сахар. Он должен хорошо очистить поры и угри на лице. Интересно, это настоящие косточки? Вы подумали, что я попробую их, да? Нет, пробовать не буду. Верю на слово. Ну, красиво же. Было написано, сколько держать на лице. Надо найти срочно. Где консей? Консей. Что, пойти смывать? Уже не знаю. Обычно на масках должны писать, сколько держать на лице. Ничего нет. Короче, решайте сами, да? А ничего же не сказано про консей, сколько держать. Ну что, я пошла смывать. Увидимся с вами позже. 3 days later. Ой, что это у меня? Чувствую себя свежей, чистой, сияющей, и мои поры и черные угри менее заметные на лице. Моя кожа выглядит здоровой и сияющей. Эти мелкие частички кристаллического сахара, они отшелушивают хорошо кожу и поры на лице. Я думаю, можно посмотреть до и после, и вы увидите немножко разницу. Кожа стала светлей, более очищенной, выглядит более свежей. Конечно, результат виден с первого раза. И, конечно, нужно дальше продолжать. Я буду дальше пользоваться этим средством. Мне очень понравилось. Это первый раз я пробую гамаш от L'Oréal. Я осталась довольна. И сейчас я нанесу мой любимый уход от Kika. Очень легкий крем. Даже не скажу крем, а очень легкая текстура, которая также предназначена для комбинированного типа лица. Он такой вот не сильно белый, а прозрачный. И наношу на лицо. От того, что кожа отполировалась, этот крем аж прям скользит. Очень легко и быстро наносится. Я обожаю этот
крем от Кика. Недавно я его купила и очень довольна. Он действительно не оставляет в течение дня блеска на лице и хорошо матирует кожу лица. Я его также рекомендую. Ну что, на сегодня мой тест от L'Oréal гамаш с косточками киви завершен. Рекомендую попробовать тем, у кого комбинированный тип лица. Если вы не комбинированный тип лица, есть другие гамажи с увлажняющим эффектом. И я думаю, что вы останетесь довольны точно так же, как и я. Спасибо всем, кто был со мной. И не забывайте подписываться. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Буду переводить с французского, потому что... Маска известна своим успокаивающим свойством, и ее маска известна своими успокаивающими средствами, очищает и деликатно деликатно очищает кожу, и гелевая текстура легкий деликатный аромат придает уникальности этой маске.